Вера Фюмазья, Лера Каршева, мне 14 лет. Я живу в Абхазии. У нас в Абхазии очень популярная передача «Пусть говорят». И я ее поклонник. Я живу здесь с мамой, с бабушкой. У нас есть большое хозяйство. Куры, коровы, утки. Большой сад. Очень много фруктов. Фейхоа. Приглашаю вас к себе. Я ученик 9 класса. Я люблю писать сценарий. Меня в школе выбирают ведущим на разные концерты. Я люблю профессию ведущего. Мама меня отправила кормить курей. Цып-ц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 ып. Первые 20 минут я помню, где я нахожусь. Потом я начинаю думать, что я нахожусь в студии Малахова. Начинаю мечтать, какие же вопросы я буду задавать, какую же тему я буду обсуждать. Вот опять меня мама зовет. Ой, яичко снесло, понесу маме. Вот тема для обсуждения. У меня дома живут живые ласточки, а теперь я пошел смотреть программу. Вот класс, я хочу быть таким же профессиональным ведущим, как Малахов. Кто этот парень с теми глазами? Такую картину я вижу каждый день. Моя мама со своими соседями обсуждает разные истории, начиная от политики, заканчивая проблемами нашего села. Сейчас они что-то очень бурно обсуждают. Интересно, о чем же они говорят? О чем вы говорите? Вы представляете, ученица 11 класса вышла замуж за своего учителя. Обалдеть! Чем же не студия Малахова? Прямо сейчас хочется сказать. Абхазия, ток-шоу «Пусть говорят». Здесь мы обсуждаем невыдуманные истории, о которых невозможно молчать. Это малая часть, о чем я могу вам рассказать. Надеюсь, мы увидимся в студии. Абзерас хайбабаб.